сюда бьют, сюда бьют и так далее. Если брать удар кулаком, то удар в челюсть отсюда. То есть за счет плеча сечу удар в челюсть. To the jaw. За счет удара. Вращение происходит при таком ударе, вращение происходит на левой стороне. This type of strike, you're rotating on your left side, and you're striking using your shoulder. То есть мы выставляем прямую линию, и вот отсюда забираем, как будто камень, и камнем бьем их. Следующий. Хорошо. Покажу, как это трансформируется в защиту. Удар этот парировать достаточно сложно. It's hard to actually defend this strike, but... Удар парировать достаточно сложно, по причине того, что... Поставишь. The reason why it's hard to defend, because it's from the top. И здесь даже если подставить руку, видите, он перелетает через руку и... And here, even if you put your hand there, you can see it goes beyond the hand very easily. Вот там, то есть удар идет, смотрите. Во! Пропускает мимо себя, не касаясь рукой. So we have to let it go past us without touching. We kind of give it, get in the way of the strike and then move our body. То есть еще раз показываю. Видите, да? Уклон за счет корпуса. Еще один момент. Leaning away from the strike using your body. И отсюда удар. Другой уклон. This is another lean. Вот у меня бьет, а я в этот момент его, me. И отсюда удар. Видите? Второй уклон. То есть первый был в эту сторону уклон, второй в эту сторону. So first lean was that way, now this way. Уклон в эту сторону. How do I organize the lean this Смотрите, way? Смотрите, медленно, Леша, видите. Смотрите, что я делаю. You see what I do? Я дожидаюсь пока. Я как бы двигаюсь параллельным движением. I'm kind of doing a parallel motion. На курсах расхожусь. Как бы, как две шестеренки часов. It's like Расхожусь на курсах. Mechanisms of the watch. You can see... И вот у меня рука уже сложена, и я только на разгибатель на. И сразу же здесь руку выставляю и боковой на. Бам. Понятно, да? То есть вот два технических элемента, которые как бы все показал, что элемент челюсть сверху вниз убьется у нас отсюда. That type of strike punches all the way from here, you see? You're throwing a rock. Throwing a rock into the chin. And the defense for this is leaning away and then coming back. В основании черепа, видите? То есть вот так распаковывается в защиту и оборону этот технический элемент. And that's how it unfolds that technical element into attack and defense.